Зачем нужны деньги? А, чтобы себе что-то купить. Только себе? А, и друзьям. Поделиться тоже можно. Поделиться можно? А, один кушать, потом другой. Нет, пополам можно. Деньги, чтобы покупать себе еду. Ну, чтобы что-нибудь покупать. Ты же не можешь, ну, что-нибудь покупать без денег. Ну, деньги можно взять на работе, потому что ты их... Ну, ты же работаешь, и ты заслуживаешь деньги. Я тоже заслуживаю деньги? Ну да, ты же работаешь. Да. Зачем нужны деньги? Ты что, журналистка? Может быть. А вот когда мы у нас по телевизору говорят... Дайте нам деньги, а мы вам отдадим. А потом как будто бы воруют и не отдают деньги, когда мы покупаем курицу отравленную. Деньги нужны, чтобы найти себе работу. Без денег работу не найти, да? Нет, и ничего не купить. Сложная ситуация, да, когда денег нет? Да. Как называют людей, которые работают в банке? Девушка, потому что она с хвостиком одним. Кто работает в банке? Не я. Не ты. И не я. Банкист. 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 Кто работает в банке? Мамы. Мамы все? Банки. Банки. Почему банки грабят? Себе только деньги взять. Это же нельзя делать? Нет. Наказывать надо? Да, наказывать и тюрьму посадят. Знаешь кого-нибудь, кто грабил банк? Нет. Понятное дело. Так бы ты нам и сказала. А ведь это не смешно. Но не тебе. Почему банки грабят? Ну, чтобы деньги забрать. Это же нельзя делать? Ну, нельзя. Это незаконно. Да, незаконно. Что будет, если грабить банки? Ну, в тюрьму посадят, арестуют. Мама поругает? Ну, да. А это самое страшное? Ну, чтобы деньги много заработать. А в банке очень много денег. Но так же нельзя зарабатывать? Нет. Что будет, если грабить банки? Ну, ты в полицию попадешь и в тюрьму. Будут только молоко и печенье давать. Ну, молоко и печенье – это не так уж и плохо. Почему банки грабят? Ну, потому что там много денег. Но это же незаконно? Нет. Что будет, если грабить банк? Ну, тогда у людей денег не будет. Зачем хранить деньги в банке? Чтобы не потерять. Молодец. Зачем хранить деньги в банке? Да, это смешно на самом деле. Вот это смешно. Можно хранить под матрасом, да? Хранят в кошельках, когда с собой берут сейф, взял тяжелый. Да, сумки прут. А мы ведь этого не хотим. Ну, не хотим. А зачем сейф нести? Вон в сумку положить деньги. Я сделал сам себе бумажный кошелек. У меня в кафе. Да ты что? Ну, вот тогда не украдут, да ведь? Ну, да. Если в кармане посмотреть, а там какой-то кошелек. И засунут обратно. Не догадаются, что там деньги лежат, да? Ну, да. Где ты хранишь свои деньги? Ну, в копилке. Копилки. А вдруг кто-нибудь украдет? Ну, тогда мы очень сильно крышку закрываем. Потому что девушка приходит, вот так делает. Стучит. И кушает. Ну-ка еще раз покажи, как делает. Вот так. Ну-ка еще раз. Еще чуть-чуть.